Она вода карнавальная, спортивно-фестивальная. В клубе «Ветеран» пол России. Участницы «Гармонии Орфея» прибыли в Анапу из Охотска, Астрахани, Уренгоя, Сургута. Сестры-близняшки Вера и Люба кубанские. Переехали из Крымска, выступали в станице Анапской. Такой же расспрос и в профессиях. Поют медики, администраторы, работники торговли. Сердце коллектива – руководитель клуба «Ветеран» Александр Пономаренко. «Гармонию» он создал 18 лет назад, в культуре – 45 лет. Песни пишет сам, создает аранжировки, делает аудиозаписи. За полвека пришлось овладеть несколькими профессиями. Одна дама сам Петербурга 20 лет приезжает и говорит: ну когда же вы мне подарите свой диск? Особенно считается шедевром 20 века его произведение «Летним вечером». Сравнивают, как Бесса Мамуччи. Летним вечером этой песне 40 лет. На этом уникальном архивном видео молодой Пономаренко исполняет «Летний вечер в Анапе» 20-летней давности. Тогда еще он не знал, что станет кавалером медали за выдающийся вклад в развитие культуры Анапы. Получит сертификат «Золотой фонд культуры». Александр Федорович верен кубанской земле. В репертуаре много казачьих песен. В год 80-летия со дня образования Кубани коллектив участвовал в нескольких мероприятиях. «За Россию честь имею», «Солдатский привал», «Живи и процветай, Кубань, любовь моя». В образе казака 27 лет анапчанин встречает в аэропорту артистов фестиваля «Киношок». Хлеб и соль – это наша традиция. Вот. Ну и эта традиция длится уже почти 30 лет. Меня назначает начальник управления культуры, как правило. И вся делегация, которая туда едет, я, в общем-то, мы с ними едем встречать. На протяжении вот этого, значит, промежутка времени, пока здесь существует «Киношок», звезд, ну, в общем-то, встречали практически всегда. Это Лановой, Зельдин, это Мережка, это Лучко. Это Александр Михайлов. Пономаренко выступает и на спортивных мероприятиях. 100 дней до Олимпиады в Сочи 2014 года. В июне прошлого года Александр Пономаренко встречал в аэропорту хлебом с солью датскую сборную на чемпионате мира по футболу. У нас команда здесь, в общем-то, тренировалась. С главой администрации мы встречали там же эту команду. Ну, были разговоры, был в начале так, это был такой разговор о том, что они не будут хлеб, соль наш употреблять. Ну, я переубедил их, в общем-то, в том, что будут. Так и случилось. Весь хлеб съели. На 26-й международной выставке «Анапа. Самое яркое солнце России» казак Пономаренко вместе с управлением культуры Анапы встретили делегацию из стран ближнего зарубежья и других городов Кубани. Кавалер Пономаренко сотрудничает с другими анапскими музыкантами, поэтами-песенниками Сапрыкиным, Новиковым, Халтуриной, Райсом. Они одинаково влюблены в искусство и преданы песенному жанру. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.